Старт бойскочки. Скачка мы выбрались. На втором месте Наталья Краев. На третьем месте Дайвид. На третьем месте Крыловуса Кумер. Поворота скачка идет Женис. Здесь же Кумер. На третьем месте Наталья Краев. И на четвертом месте Запас. Повороты на финишную прямую скачку в Вирджинии. Первая посылка пройдена на 34 секунды. По финишной прямой борьбе за первое место Женис и Кумер. На третьем месте Родерик Брайан. Скачку по Вирджинии. На втором месте Кумер. На третьем месте Родерик.